В Сургуте отремонтируют ворота в город. Накануне подрядная организация приступила к реновации улицы Сосновой, практически первой, которую видят гости Сургута, заезжая со стороны Нижневартовской трассы. В промышленной зоне обещают не только обновить дорожное полотно, но и обустроить 2 километра тротуара. Сейчас его там попросту нет. Люди вынуждены обходить по краю проезжей части. Дорожники также заменят освещение, улица станет гораздо светлее, а еще установят знаки и светофоры. Этот участок дороги власти города ремонтируют в полной мере за свои средства. В общей сложности на это уйдет 30 миллионов рублей. Работы подрядчик обещает завершить уже к концу октября. Добавлю, что в этом году на ямочный и капитальный ремонт дорог в Сургуте потратили почти 900 миллионов рублей. Треть из них городу выделили нефтяники. Компания уже подходит к концу, готова из запланированного 85% дорог. Всего за лето в Сургуте отремонтировали 8 участков и 6 внутриквартальных проездов. В случае выявления нарушений подрядная организация несет гарантийные обязательства в 4 года. То есть при выявлении каких-то дефектов в эти 4 года за свой счет будет подрядная организация их устранять. Случаи есть, да, в этом году еще работы не начинались по устранению. Вернее, они не начинались, но продолжаются. Вот. Ну, тоже все работы уже планируем к октябрю завершить.